Здравствуйте! Сегодня хочу поделиться простым и очень распространенным в славянской кухне рецептом оладий на кефире. Оладьи по этому рецепту получаются очень пышные и вкусные. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. 400 грамм кефира, 200 грамм муки, щепотка соли, 2 чайные ложки сахара и пол чайной ложки соды. Итак, вначале выливаем кефир. Добавляем соль, сахар и пол чайной ложки соды. Все хорошо перемешиваем. Просеиваем муку. Теперь все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Масса готова, теперь идем жарить. Будем жарить на среднем огне. Хорошо горячую сковородку добавляем немного масла. И выкладываем наши оладьи на сковородку. Я это делаю ложкой. 1 столовая ложка. Оладья жарится очень быстро, если сковородка хорошо нагрета. Переворачиваем наши оладушки. Наши оладушки готовы. Итак, наши оладушки готовы. У меня получилось 15 оладий из этой массы. Оладьи подаются с медом, с вареньем, с греческим йогуртом или сметаной. Будем пробовать. Итак, у меня 3 тарелки. В одну мы добавим мед. Во вторую варенье. И йогурт. Теперь я и наши дети попробуем, что у нас получилось. Очень вкусно. Подпишитесь и поделитесь этим видео. Esta receta sí que está más que rica. Así que compartan, suscríbanse y denle like. Получилось очень вкусно. Всем спасибо за просмотр этого видео и увидимся.